иногда помогает язык просто вот так немножко расслабиться. Язык помогает расслабиться? Нет, до кондиции, вот точно не до кондиции. До кондиции Семен Семенович ходил. Он не дичь. Я могу к вам прийти тогда. Куда? Как? В Курск на допрос? По повестке? Это уже будет игра. Добрый вечер, уважаемые телезрители. На Первом канале «Игра. Кто хочет стать миллионером?» и я, Максим Галкин. С радостью вам представляю наших сегодняшних игроков. Сергей Бодров. Нурсет Эскиева. Денис Чернышков. Артем Богатырев. Виталий Гринько. Татьяна Вострикова. Олег Гагарин. Ольга Пескова, Олег Лашин, Елена Максюкова. Итак, нашим игрокам сейчас предстоит проявить не только эрудицию, но и быстроту реакции. И вопрос у нас такой. Расположите этих космонавтов в хронологическом порядке их первого полета в космос. Титов, Кубасов, Леонов, Гагарин. И вот правильный порядок. Гагарин 61 год, Титов также 61, Леонов 65 и Кубасов 69 год. Правильно ответили многие, а первой была Нурсет Эскиева. Нурсет, прошу вас. Нурсет, рад за вас, прошу к игровому столу. Нурсет из Киева, продавец косметики из Санкт-Петербурга. Нурсет считает себя человеком азартным, но на деньги играть не любит. Она абсолютно согласна с Германом из «Пиковой дамы» Пушкина, который говорил, что не следует жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. Поэтому наша игра как раз для вас, Нурсет, потому что жертвовать вам тут ничем не приходится, а излишнее вы вполне можете приобрести. Скажите, пожалуйста, кто за вас болеет? За меня болеет моя племянница. Как зовут ее? Малика. Малика? Почему у вас такое грустное лицо? Веселее? Ведь ваша тетя сейчас может выиграть миллион. Нурсет, перед тем, как выиграть миллион, мы должны ответить на 15 вопросов. Вы помните, да? 15 вопросов, две несгораемые суммы, 1000 рублей, 32 тысячи, три подсказки, 50 на 50, звонок другу и помощь аудитории. Пока вы не дали окончательный ответ, можете забрать выигранные деньги. Я поняла, спасибо. Нурсет, все будет хорошо, не волнуйтесь, отомрите. Отомрала. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?». Первый вопрос и 100 рублей. Что в песне из фильма «Приключения электроника» летит, взмывая выше ели? Крылатые качели, чугунные гантели, солдатские шинели, горячие тефтели. Ответ А. Крылатые качели. Правильно. Второй вопрос и 200 рублей. Какой пункт не фиксируется в итоговом протоколе голосования? За, против, воздержались, проспали. Можно было бы все ответы применить, но мне кажется, здесь подходит ответ Д, проспали. Верно. Третий вопрос и 300 рублей. Как танкисты обычно попадают в танк? Через моторный отсек, через смотровую щель, через башенный люк. Через орудийный ствол. Ответ С. Через башенный люк.
Правильно. Четвертый вопрос и 500 рублей. Как называлось общество, которое с 1923 года в СССР вело широкую просветительскую работу? Даешь правописание, долой неграмотность, позор двоечникам, нет митрофанушкам. Ответ Б, долой неграмотность, мне кажется. Абсолютно правильно. Пятый вопрос и 1000 рублей. Каким символом обозначают залежи каменного угля на географических картах? Черный квадрат, шахтерская каска, отбойный молоток, профиль Стаханова. Мне кажется, ответ А – черный квадрат. И мне так кажется. Правильно? Шестой вопрос и 2000. Ботинки какого цвета были на Ирине Родниной, когда она танцевала калинку с Александром Зайцевым? Розового, голубого, желтого, белого. Белого. Нурсет. Танцевали все-таки калинку. Угу. Поэтому правильный ответ? Белый. Белого, белого, не пугайтесь. Правильно. Я боялась, что там красный будет. Если был бы красный, я точно запуталась бы. Ну хорошо, что не запутались. 2000 рублей ваш выигрыш на данный момент. Седьмой вопрос и 4000. Что представляет из себя японская приправа васаби? Перец, горчица, хрен, водоросли. Никогда не приправляли васаби ничего? Мне вообще с японской кухней, можно сказать, вообще не знакомо. Но мне кажется, ответ между А и Д, это ближе к ним. Кому? К японской кухне, мне кажется. Перец ближе? Ну, что-то острое. С мексиканской едой не путаете? Ну, значит, у них, скорее всего, водоросли. У вас есть три подсказки – компьютера, друга и аудитории. Если вы не знакомы с японской кухней, может, кому-нибудь обратиться? Может, молодежь знакома. Давайте возьмем помощь зала. Давайте. Только можно... Уважаемые зрители в студии. Что можно вы спросили? Чтобы не нажимали те, кто не знает ответ. А, ну, не знаю. Что представляет из себя японская приправа васаби? Голосуем. Пятьдесят процентов считают, что это водоросли, 28% полагают, что это хрен, 12% что это горчица, 10% что это перец. Давайте компьютеры тогда. Может, подсказкой компьютера воспользоваться? Что-то я засомневалась. Уважаемый компьютер, уберите, пожалуйста, два неверных ответа. Водоросли никак. За хрен 28%, за водоросли 50%. Ну, сама приправа, у них, наверное, может быть блюдо из водорослей, а приправа, наверное, не будет из водорослей. Давайте остановимся на ответе С. Это ваше окончательное решение? Все-таки приправа, она и есть приправа, это не основное блюдо. Водоросли, они не такие, чтобы из них приправу делать, мне кажется. Ну что ж, ваш ответ. С. Ответ принят. Японская приправа васаби – это хрен, правильно? Восьмой вопрос и 8000 рублей.
Как называется третий день Масленицы? Лакомка, едок, обжора, чревоугодник. Третий день. Это уже, наверное, переедание получается. Наверное, ответ Д – чревоугодник. Уверены? Не уверена, но или обжора, или чревоугодник. Но мне кажется, что чревоугодник. У вас 4000 рублей. Если вы неверно отвечаете, то теряете 3000. В случае правильного ответа выигрыш составляет 8000 рублей. Я беру подсказку, звонок другу, и хочу позвонить Татьяне Борисовне. Итак, мы звоним Татьяне Борисовне. А Татьяна Борисовна кто? Она специалист по искусствоведению. Да, она. Добрый вечер. Добрый вечер. Татьяна Борисовна? Да, кто это? Это Максим Галкин, игра «Кто хочет стать миллионером». Нурсет из Киева сказала вам позвонить. Понятно. Я чуть даже не ожидала такого звонка. Вы не ожидали почему? Вы не ожидали, что Нурсет пройдет отборочный тур? Или вообще не знаете, кто такая Нурсет из Киева? Нет, я знаю ее. Я просто не ожидала, что вы позвоните. Так необычно. Я иногда позваниваю, это случается со мной. Хорошо, у вас будет полминуты на то, чтобы ей подсказать. Готовы? Да, готова. Прошу вас, Нурсет. Татьяна Борисовна, добрый вечер. Вопрос такой, как называется третий день Масленицы? Лакомка, едок, обжора, чревоугодник. Третий день Масленицы как называется? Лакомка, едок, обжора или чревоугодник? Вы знаете? Татьяна Борисовна. Думаю сейчас. Я точно не знаю. Ну, какой-то вариант есть у вас? 4 секунды осталось. На третий день я выиграла. Не повезло мне со звонками сегодня. Так и не пришла в себя Татьяна Борисовна. Да. Тогда давайте остановимся на ответе С. Обжора. А почему? А сколько масленица вообще длится? Сколько дней всего? Неделю? Неделю. Неделю. Значит, до обжоры чревоугодника далеко. Давайте остановимся на варианте Б. Это мой окончательный ответ, Максим. Какой? Едок. Больше не буду менять. У вас было 4000 рублей. Теперь их нет, потому что правильный ответ – лакомка. Нурсет, ну, не повезло сегодня, повезет в другой Ничего день. Страшного. К сожалению, не в нашей игре, но, может, в какой-нибудь другой. Спасибо Ничего. Большое. Спасибо вам. Прошу вас. Успешной вам торговли, Нурсет. Спасибо. Итак, дорогие друзья, нас с вами впереди ждет второй отборочный тур. Его победителя мы узнаем после рекламы на Первом канале. Вам нравится играть? Тогда играйте в «Мобильный миллионер». Отправив смс-сообщение «Миллион» на короткий номер 7007, пройдите отборочный тур или попробуйте силы в нашей смс-игре. Чай «Принцесса Нури». Почувствуй себя принцессой. Вас приветствую на игре «Кто хочет стать миллионером?». Каждую неделю победители смс-игры «Мобильный миллионер» получают призы. Хотите стать таким победителем? Тогда отправьте сообщение «Миллион» на номер 7207 и начинайте игру. Я желаю вам удачи. Ну а сейчас второй отборочный тур. И вот вопрос. Расположите имена французских актеров в порядке перечисления их фамилий. Ришар, Габен, Делон, Депардье. Жан, Ален, Жерар, Пьер. И, естественно, это Пьер Ришар, Жан Габен, Ален Делон и Жерар Депардье.
Ну, многие ответили правильно, а первым был Денис Чернышков. Денис, прошу вас. Денис Чернышков из Уфы возглавляет бюро рекламы и информации. Денис признался, что давно планирует посетить казино. И, видимо, он азартный человек, поскольку решил заглянуть к нам на программу, чтобы выиграть миллион для первой ставки. Денис, миллион для первой ставки не многовато будет? Многовато, да. Тогда на что вы его потратите? Если выиграю? Да. Ну, я квартиру планировал купить. То есть мы зарабатываем сегодня на квартиру? В принципе, да. Денис, представьте вашего болельщика. Это друг Сергей. Сергей, мы вас приветствуем. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?». Первый вопрос и 100 рублей. Что является игровой площадкой для хоккея на траве? Травяное поле, заливной луг, золотая нива, сеновал. Ну, сеновал для другого. Заливной луг, наверное, с золотой нивой тоже для чего-то нужен. Ответ А – травяное поле. Правильно. Второй вопрос и 200 рублей. Как поступают с фактами, представляя их в неправильном виде? Вращают, извращают, выращивают, развращают. Развращают не факты. Я уже понял, развращают на сеновале. Вы не о том думаете. Цепочка какая-то получается, да? Заколдованная. Как поступают с фактами, представляя их неправильно. Их извращают в Б. Правильно. Третий вопрос и 300 рублей. Как, согласно русской пословице, чувствует себя кобыла, когда баба покидает воз? Кобыле скучнее, веселее, легче. Кобыла чувствует себя обманутой. Итак, кобыле скучнее, кобыле веселее, кобыле легче. Кобыла чувствует себя обманутой. Баба с возу кобыле легче. Правильно. Четвертый вопрос и 500 рублей. Кому принадлежал автомобиль, на котором ездил Вася Рогов в сериале «Убойная сила»? Тестю, зятю, дедушке, внебрачному сыну. А, тестю. Правильно, тестю. Пятый вопрос и 1000 рублей. Как называется группа из Нижнего Новгорода, которая спела про девушку Прасковью из Подмосковья? Джон Траволта, Квентин Тарантино, Ума Турман, Брюс Уиллис. Хорошая группа, замечательная просто. Все четыре знаю, слушал. Но правильный ответ будет С. Ума Турман. Вы травкой не балуетесь? Да нет. Правильно. Дальше игра будет сложнее. Уверенности вам придаст чашка чая «Принцесса Нури». «Принцесса Нури» – чай, который поддержит в любой ситуации. Шестой вопрос и 2000 рублей. В символе какого зодиакального знака воплощен образ кентавра Хирона? Водолей. Стрелец, близнецы, козерог. Кентавр? Вы так на меня смотрите, как будто кентавр – это я. Нет, кентавр – это я, потому что я стрелец. Это ваш ответ? Это мой ответ, да. Б. Правильно, стрелец. Седьмой вопрос и 4000 рублей.
Сколько зверей так и не попробовали колобка, пока его не съела лиса? Один, два, три, четыре. Ну, сказку вы помните, да? Ну, начало точно. Я от бабушки там ушел. Зверей. Бабушка, дедушка у нас же не звери, правильно? Не звери. Это же люди. Люди. Я от бабушки ушел, от дедушки ушел. Боже мой. Ну, хотя бы одного зверя, кроме лисы, вы помните? Ну, заяц. То бишь, заяц. Заяц. А что там больше зверей-то, наверное, нету, да, в лесу-то? Заяц, волк, медведь, лиса. Да три, наверное. Это кто? Представьте заяц, нам. Заяц, волк, медведь. И лиса четвертая. Лиса четвертая, да, она... Ну его что ж, подсказками пользоваться не будете? Съела. Да нет, навряд ли. И ваш ответ? С. Три. Ответ принят. Почему они все хлопают, правильно? Я не знаю. Я не знаю, почему хлопает наша аудитория. Ведь ответили вы правильно. Это действительно заяц, волк и медведь. Я а кто там еще? Да больше никого. Восьмой вопрос и 8000 рублей. У какого художника нет картины с названием «Березовая роща»? Левитан. Шишкин, Куинджи, Айвазовский. Шишкин, Левитан. Всех, в принципе, знаю, кроме Куинджи. Но, наверное, у него была березовая роща. И у Левитана была березовая роща. И у Шишкина была березовая роща. Айвазовский рисовал морские пейзажи, насколько я знаю. Может, и не пейзажи, но морские. Вы не знали? Нет, я вас просто слушаю. Имя я его, к сожалению, не знаю. Это ответ Д. Айвазовский. Картины с названием «Березовая роща» нет у мариниста Айвазовского, правильно? Девятый вопрос и 16000 рублей. Какой город находится в Кузбассе? Омск, Кемерово, Иркутск, Ачинск. Омск, Иркутск, Ачинск. Ачинск вообще такого города не знаю. Кузбасс, Кузнецкий бассейн. То бишь там добывает... Что? Уголь. Вы со мной сейчас разговариваете, Денис? И с вами, и с собой, и с троими. Общаюсь. А кто третий? Максим Галкин. Ну, вы Максим Галкин и я. То есть вы меня обвиняете в раздвоении личности? Нет, это я, наверное, себя сейчас уже... Мне клинит чуть-чуть. Хотя ответ Б. Кемерово. Ответ принят. А скажите мне, пожалуйста, Денис, а вот вы всегда будете так долго тянуть время, когда знаете ответ? Ведь это правильно, Кемерово. Как, не помню, в каком фильме кто-то говорил, меня терзают смутные сомнения. Меня все время не терзают. Ну, сейчас будет очень близкая вам тема – реклама на Первом канале. Каждую неделю определяются победители в СМС-игре «Мобильный миллионер». И каждую неделю победители получают призы. Если вы еще не знаете, как стать участником игры, отправьте СМС-сообщение «Миллион» на короткий номер 7007. Удачи! Чай «Принцесса Нури». Почувствуй себя принцессой. Кто хочет стать миллионером?
Денис Чернышков сидит в кресле игрока. Денис к нам приехал из Уфы. На данный момент, Денис, ваш выигрыш составляет 16 тысяч рублей. 10-й вопрос и 2-я несгораемая сумма. В какое воскресенье августа в нашей стране отмечают День строителя? В 1-е, во 2-е, в 3-е, в 4-е. Я не знаю пока ответа. Ну, есть 3 подсказки. Есть, я помню, да. Сейчас я знаю, думаю, какую бы из них выбрать. Давайте мы позвоним. Возьмем подсказку «Звонок другу». Итак, мы будем звонить. Кому? Людмиле Петровне. А почему Людмиле Петровне? Очень умная женщина. Это мама моего друга. Того, который болеет за вас в студии? Нет, другого. Когда много друзей, это хорошо. Алло? Алло. Да? Людмила Петровна? Да. Здравствуйте, это Максим Галкин, игра «Кто хочет стать миллионером». Здравствуйте, очень приятно, Максим. Напротив меня сидит друг вашего сына, Денис Чернышков. Угу, есть такой. Есть такой, да. Да. Решил вам позвонить именно, спросить вашего совета. Да? Да. Ну, если смогу, помогу. Хорошо, у вас будет 30 секунд на то, чтобы выслушать вопрос и постараться на него ответить. Вы готовы? А он далеко уже продвинулся по вопросам? На какую сумму у него? Можно говорить маме друга, на какой сумме вы? Конечно. Конечно, сейчас, я думаю. Сейчас вы можете помочь ему выиграть 32 тысячи рублей. Ну молодец. Итак, прошу вас, Денис. Людмила Петровна, здравствуйте. В какое воскресенье августа в нашей стране отмечают День строителя? В 1-е, во 2-е, в 3-е, в 4-е. Так, какое воскресенье августа отмечает День строителя? Да, у нас в стране. В августе месяце, да? Да. Воскресенье августа. 1-е, 2-е, 3-е, 4-е. Вот, насколько мне помнится, кажется, второй выходной. Второе воскресенье. Вы уверены? Ну, как бы не очень, но, по-моему, все-таки да. Спасибо. Давайте 50 на 50. Уважаемый компьютер, уберите, пожалуйста, 2 неверных ответа. Людмила Петровна, мудрая женщина. Маленечко обидно. А вы ей не доверяли? Маленечко обидно. Ну как, на 99% доверяю, 1% всегда берет свое. Отвечу «Б» во 2-е. Я соглашусь, Людмила Петровна. Ответ принят. Очень мне обидно, потому что вы потратили подсказку. Правильно, во 2-е. Дорогие друзья, если вы, как и Денис Чернышков из Уфы, хотите играть в нашей программе, тогда звоните по телефону 8 809 505 48 или отправьте с мобильного телефона сообщение «Миллион» на номер 7207. Ответьте на вопрос отборочного тура, если компьютер выберет именно вас, вы займете место игрока в нашей студии. 11-й вопрос и 64 тысячи рублей. На гербе какого государства красуется девиз «С пользой для всех»? Бразилии, Чили, Мексики, Панамы. С пользой для всех. Для всех это в смысле? Для всех жителей, для всех стран, или для всех вообще, для всех животных, растений. А вы как думаете? Наверное, для людей, да, в первую очередь. Польза должна приносить, как бы. Я думаю, что да. Чтобы нам, главное, хорошо жилось, да? Людям. Россиян. Это в самую первую очередь. Как нам интересно, могут эти страны помочь в этом, не знаю. Бразилии, Чили, Мексики, Панамы. Но мне кажется, что это все-таки Панама. Потому что там есть так называемый Панамский канал. Этот Панамский канал очень такая нужная штука. Я возьму последнюю свою подсказку – помощь аудитории. Вы думаете, что аудитория знает ответ на этот вопрос? Знает, не знает, но проверить аудиторию стоит. Хорошо.
Итак, уважаемые зрители студии, на гербе какого государства красуется девиз «С пользой для всех»? Бразилия, Чили, Мексика, Панама. Голосуем. Процентов считают, что это Панама. 17% думают, что это Бразилия. 9% что это Чили. 5% что это Мексика. Ну то, что не... ну, Чили здесь вообще, по-моему... Никакой ни... пользы нет от Чили, никаким, да? Боком. Ну что она там по берегу моря такая тоненькая, длинненькая, правда? Чили, Чили, Чили. Чили, Мексика, Бразилия, Мексика. Мексика тоже большую пользу приносит, конечно. Для, особенно для американских там контрабандистов и так далее и тому подобное. Эта тема вам близка? Нет, судя по фильмам американским. У них же любимая тема там. Убежать в Мексику? Да. Там не найдут. Большая польза для всех, кто хочет убежать из Америки, из Соединенных Штатов. Бразилия, Бразилия, Бразилия. Кофе варит. Вернее, выращивают, варят кофе, это же везде. Да пусть будет Панама, Максим. 2D. Итак, это ваш окончательный ответ? Да. Ответ принят. Это не Чили. Тем более, это не Мексика. Бразилия. Неправильный ответ. Панама правильный. Я рад. А вы? Я очень рад за вас, Денис. У вас 64 тысячи рублей. Спасибо. 12-й вопрос и 125 тысяч. Какая порода собак получила свое название в честь сборщика налогов из Тюрингии? Болонка, пойнтер, бобтейл, доберман. Даже связи не найду здесь. Вы находитесь между ответом и вопросом. Даже никакой связи не вижу. А вы постараетесь найти? Пойнтер и бобтейл я слышал, но я не представляю, что это за собаки. Доберману, болонку знаю. Встречал, видел, представляю. Я, знаете что, Максим? Я, наверное, остановлюсь. 11 вопросов я ответил, да? У вас 64 тысячи рублей. Вы можете забрать эти деньги, конечно. Я возьму деньги. Не хотите попытаться хотя бы немного логически порассуждать? Да у меня с логикой, в принципе, все нормально. Не хочу, чтобы как бы после этого раза я в ней начал сомневаться. Тем более, сидя здесь на кресле, все-таки маленько испытываешь дискомфорт, и логика может забарахлить. Дать сбой. Так что я остановлюсь. Может быть, к сожалению, может быть, к счастью. Это ваше окончательное решение? Да. Не хотите рискнуть? Нет. А как же квартира? Ну, есть же еще казино. Итак, вы отвечаете. То есть, итак, вы берете деньги. Да. Мы вас поздравляем, вы выиграли 64 тысячи. Денис, какой вариант вы бы выбрали? Да, доберман. Да, это правильно, доберман, действительно. Ну, ваше право было остановиться, с чем я вас и поздравляю. 64 тысячи рублей – это здорово. Прошу вас.
Желаю счастливой дороги обратно в Уфу. Итак, выигрыш Дениса Чернышкова из Уфы составил 64 тысячи рублей. Ну а мы встретимся с вами после рекламы на Первом канале. Теперь в проекте «Мобильный миллионер» вы можете не только пройти отборочный тур нашей программы, но и выиграть призы в СМС-игре. Отправьте сообщение «Миллион» на короткий номер 7007. Желаю удачи! Уважаемые друзья, вы вновь на игре «Кто хочет стать миллионером?» И я с радостью объявляю начало третьего отборочного тура. Вопрос отборочного тура звучит следующим образом. Расположите действия при отправлении посылки в правильном порядке. Упаковка посылки, приобретение ящика, опечатывание сургучом, получение квитанции. И вот верная последовательность. Приобретение ящика, упаковка посылки, опечатывание сургучом, получение квитанции. Правильно ответили многие. А первой была Ольга Пескова. Ольга, прошу вас. Рада вас, Ольга. Прошу к игровому столу. Ольга Пескова работает на железной дороге. По ней она и приехала к нам из города Верещагино, Пермской области. У Ольги трое детей, и все они вместе попали на страницы местных газет, так как выиграли конкурс «Мама». Ну, чтобы победить, дети должны были сочинить о вас, Ольга, стихотворение. Может, прочтете его нам? Я вообще-то уже забыла. Как? Вам, дети, в кои-то веки написали стихотворение, вы забыли. Вы что? Ну, оно такое было длинное. Там что-то было. Мама наша молодая, озорная, боевая. Не сидит она без дела. Есть семейство захотела. Сварит вкусный суп и кашу. Очень быстро мама наша всех напоит и, накормит. Спать уложит, успокоит. В общем, и так далее. Они меня давно туда, сюда отправляли. Почему, Ольга, они считают вас очень умной и образованной? Ну, видимо, да. Или просто удачливый? А, наверное, и то, и другое. И третье, видимо. Угу. Умное, образованное, удачливое. Точно. Тем более, что трое детей хороших, тоже удача. Да, точно. Ольга, а кто за вас болеет? За меня болеет подруга Татьяна. А Татьяна тоже из вашего города? Нет, она из города Кушва родилась, я там, в Свердловской области. А сейчас она живет в Москве, но мы с ней дружим и с яслей. И в школе. С яслей? Да. И вы помните, какая она была в яслях? По фотографиям. Правила игры. 15 вопросов, 2 несгораемые суммы, это 1000 рублей и 32 тысячи, и 3 подсказки, 50 на 50, звонок другу, помощь аудитории. Пока вы не дали окончательный ответ, можете забрать выигранные деньги. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?». Первый вопрос и 100 рублей. Как звали помощника капитана Врунгеля? Мол, сом, лом, кол. Ответ – целом. Правильно. Второй вопрос и 200 рублей. Кого обычно сажает на плечо выпускник для того, чтобы дать последний звонок? Первоклассницу, одноклассника, второгодника, директора школы. Ну, конечно, директора школы было бы интересно посмотреть, как он будет выглядеть, но первоклассницу. Правильно. Третий вопрос и 300 рублей. Что Юрий Антонов в своей песне охарактеризовал как «мир бездонный»? Болото, море, большой каньон, золотой запас. Это море. Море, море, мир бездонный. Правильно. Четвертый вопрос и 500 рублей. Как называется известная международная организация? Врачи без границ, лоцманы без карт,
юристы без прав, сапожники без сапог. По-моему, это врачи без границ. Ответ А. По-моему, тоже правильно. Пятый вопрос и 1000 рублей. Про какое животное часто говорят, что оно похоже на своего хозяина? Про кролика, про корову, про собаку, про таракана. Насколько я знаю, тут обычно бывает собака. Правильно. Шестой вопрос и 2000 рублей. Что не является стихотворным размером? Ямб, хорей, дактиль, апостроф. Это Д, апостроф. Уверены? Да. Апостроф — это запятая. Ответ принят. Правильно, 2000 рублей ваши. Ваши дети давали наказ, на какой сумме надо остановиться? Нет, они все говорили, что если не знаешь, лучше возьми деньги. Все равно какие? Да, конечно. Может, уже взять? Нет, пока. Седьмой вопрос и 4000 рублей. Какая из этих планет Солнечной системы не имеет спутников? Меркурий, Земля, Марс, Юпитер. Не имеет спутников. Давайте возьмем подсказку зала. Давайте, будем надеяться, что у нас тут сплошные астрономы. Угу. Уважаемые зрители студии, какая из этих планет Солнечной системы не имеет спутников? Меркурий, Земля, Марс или Юпитер? Голосуем. Семьдесят семь процентов полагают, что это Меркурий, 14% что это Марс, 6% что это Юпитер, 3% считают, что у Земли нет спутников. Я соглашусь с залом. А спутники остальных планет вам известны? Ну, у Земли-то точно есть спутник. Как называется? Луна. У Юпитера тоже знаю, что есть, но не знаю, как называются. А у Марса? А у Марса? Кто его знает? Давайте согласимся, пусть это будет Меркурий. Ответ принят. У Юпитера есть, у Земли есть, а вот у Марса... Деймос и Фобос тоже два спутника, правильно? И Меркурий. У Юпитера 16 спутников, у Земли один, у Марса два, а вот у Меркурия ни одного. Прозвучала сирена, наша сегодняшняя передача подошла к концу. Вот имена игроков следующей программы. Виктор Аксенов, Рязань. Виктория Степанова, Подольск. Владимир Ветров, Воронеж. Сергей Дмитриев, Екатеринбург. Владимир Жуков, Уржум. Светлана Шамасова, Уфа. Елена Зиновьева, Юрьев, Польский. Камиль Юнусов, Москва. Дмитрий Сандаков, Королев. Ирина Александрова, Лиссабон. Хотите стать участником игры? Позвоните нам по телефону 8 809 505 48 или отправьте смс «Миллион» на номер 7207. Ответьте правильно на вопрос отборочного тура, и, скорее всего, мы встретимся в этой студии. Ну а сегодня в игре участвовали Нурсет из Киева, ее выигрыш составил 1000 рублей. Денис Чернышков выиграл 64 тысячи рублей. Ольга Пескова выиграла 4 тысячи рублей. Ольга, желаю удачи в следующей игре. Мы с вами прощаемся до следующей игры «Кто хочет стать миллионером?».